Всем доброго времени суток, с вами Assaulter47 и это очередной мой видеоурок по флиппингу. В этот раз мы поговорим о таком элементе как Basic Aerial. Выглядит он следующим образом. Basic Aerial – элемент начального уровня сложности, однако перед началом его изучения вам необходимо хорошо уметь делать Fast Draw. Перейдем к выполнению Aerial. Стартовое положение этого элемента такое же, как и для Fast Draw. И точно так же Aerial можно начинать как с опасной, так и с безопасной рукояти. Для примера разберем выполнение элемента, стартовав с опасной рукояти. Итак, держим нож прямым хватом за опасную рукоять. Отпускаем безопасную и, используя вот такое движение кистью вверх, так же как и в Fast Draw, на пике последнего отпускаем опасную рукоять, сделав Aerial. При этом самостоятельно подбираем силу броска таким образом, чтобы нож сделал один полный оборот в воздухе, и ловим болисонг за опасную рукоять. Если все сделано правильно, то безопасная рукоять сама схлопнется под действием инерции. Точно так же выполняется и закрытие ножа Aerial. Отпускаем опасную рукоять, быстрым движением кисти отправляем нож в Aerial, ловим безопасную рукоять. Помимо обычного поэтапного описания выполнения элемента, к Aerial хотелось бы добавить несколько полезных новичкам советов. Во-первых, не бойтесь. Для того, кто впервые взял острый нож в руки, даже простейший Aerial кажется очень страшным элементом. Это не так, поверьте. Но и сильно гусарствовать тоже не стоит, все-таки у вас в руках не игрушка. Однако, если вы все же не можете перестать бояться ножа, можете заклеить лезвие скотчем или изолентой. Во-вторых, не пытайтесь добиться сразу четкого и быстрого выполнения элемента. Такая метода нанесет куда больше урона вашим рукам. Для начала постарайтесь сделать медленный Aerial, чтобы легче выцеплять нужный момент для ловли рукояти. Со временем вы, почувствовав поведение вашего ножа в Aerial, сможете самостоятельно, в зависимости от необходимости, регулировать скорость и силу бросков. Ну и в-третьих, тренируйтесь. Большое количество попыток рано или поздно приведет к тому, что вы сможете четко и быстро выполнить заветный Aerial, а затем и отточить его. Вот и весь элемент.